Свыше 600 нарушений, допущенных водителями автобусов, троллейбусов и трамваев, всего за два дня выявили полицейские Алматы. После участившихся аварий они взяли под усиленный контроль общественный транспорт. Буквально на днях полицейские сняли с линии неисправный автобус, которым управлял гражданин Кыргызстана, не имевший при себе никаких документов. Несмотря на сильный крен, из-за которого машина могла в любой момент завалиться на бок, водитель с полным салоном пассажиров продолжал движение, подвергая опасности жизни пассажиров. За такие нарушения стражи порядка теперь намерены наказывать не только шоферов, но и руководителей автопарков. Мы в основном будем привлекать к административной ответственности как водителей, нарушающих правила движения, так и руководителей, которые это допускают. То есть выпускают транспорт в технически неисправном состоянии или допускают то, что водители выезжают на линию в нетрезвом состоянии.